В следующем году Владивосток увидит первый фестиваль, посвященный театру. Международный Тихоокеанский театральный фестиваль познакомит зрителей Дальнего Востока с самыми интересными постановками театров стран Тихоокеанского региона. Откроет фестиваль одна из самых известных трупп японского театра кабуки – Сютику Гранд Кабуки Тика Мацудза. Продолжит программу «Театр Ю» из Тайбэя. Актеры представят танец и барабанную дробь как высокое искусство в спектакле «Меч мудрости». Японское прочтение индийского эпоса представит режиссер Сатоси Мияга. У каждой страны есть свои театральные традиции, и мы рады представить театр кабуки на фестивале. Будем рады выступить перед жителями Владивостока. Гости фестиваля насладятся удивительным зрелищем – театром кукол на воде. Этот вид искусства существует во Вьетнаме уже более 1000 лет и считается шедевром мировой и вьетнамской культуры. Зритель Владивостока увидит спектакль Большого театра Шанхая «Эхо вечности». Спектакль «Darkness Pumba» молодого коллектива из Сеула «Modern Table» завершит программу Государственный театр нации спектаклем «Дядя Ваня» в постановке руководителя Парижского театра «Одеон» Стефана Брауншвейга. В спектакле заняты актеры Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Виктор Вержбицкий и другие. Добавим, Россия будет представлена и экспериментальным чеховским медведем режиссера Владимира Панкова. А если говорить о медведе, то, что мы привезем, это совместная история с Чеховским фестивалем, с Центром драматургии и режиссуры. И это тема пересечения двух театров. Это оперного театра и драматического театра. Тема самая классическая – это любовь. И именно про женщину. Если женщина говорит «да», это не всегда «да». Если женщина говорит «нет», это не всегда «нет». Международный Тихоокеанский театральный фестиваль пройдет во Владивостоке с 23 сентября по 8 октября 2020 года. В нем примут участие коллективы из Токио, Сидзуоки, Шанхая, Сеула, Ханоя, Тайбэя и Москвы. Площадками фестиваля станут Приморская сцена Мариинского театра, драмтеатр имени Максима Горького, а также спортивная гавань. Билеты на спектакли поступят в продажу с 1 апреля. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.